эксцентриссимо. На аукционе Сотбис побит очередной долларовый рекорд. Кто-то заплатил за бриллиантовые серьги 57 миллионов. Украшения носят разные имена – Аполлон и Артемида. Даже продавались отдельными лотами. Но достались они одному покупателю. Артемида оказалась сильно дешевле Аполлона почти в 3 раза. В прошлом году какие-то ценители дорогих украшений заплатили 17 миллионов за серьги. Это была рекордная покупка. Но денег с того времени в мире стало больше, чего бы рекордный ценник в 3 раза не поднять. Имя нового хозяина Аполлона и Артемиды, понятно, останется тайной. И мы не узнаем, будут ли эти ювелирные шедевры когда-то надеты. Многие просто складывают их в сейф, чтобы не держать состояние в деньгах. То ли дело звезды. Они носят шикарные вещи и часто за них не платят. Ювелирные дома дают деньги актрисам, лишь бы их броши, колье и серьги появлялись на публике и на кадрах с красных дорожек. Модные сплетники рассказывают, что актриса Энн Хэтэуэй получила 750 тысяч долларов за то, что выгулила колье Тиффани. А Гвинет Пэлтроу, надевшая на Оскар серьги от Луи Виттон, получила 500 тысяч долларов. Всем бы такую работу. Эксцентриссимо.